Приветствую всех поклонников авиации, с вами Fallfire. Встречались ли вам самолеты без курсового вооружения? Скорее всего, да, ведь в игре имеется целый ряд различных бомбардировщиков. Но все они имеют оборонительное вооружение. Взглянув же на Арада, можно уже из ангара прочувствовать всю боль геймплея, потому что у нас нет ни курсового, ни оборонительного вооружения. Все, что имеется у данного самолета, это бомбовая нагрузка и два ранних реактивных двигателя, которые с трудом справляются со своими задачами. Почему я вдруг вспомнил про этот немецкий бомбардировщик? Все просто. Ему недавно поменяли боевой рейтинг, и мне стало очень интересно, а изменилась ли ситуация. Может быть, самолет стал неуязвим к атакам или попросту уходит от всех по скорости. Полетав десяток боев, я могу с уверенностью сказать, что ничего не поменялось. Возможно, если вы попадаете на 5.3, у вас будет шанс оторваться от поршневых истребителей. Но не стоит забывать, что на таком БРе есть аэрокомет, который как раз и может нас догнать. В горизонте Арада способен разогнаться до 730 км в час. И то при учете, что вы будете лететь строго по прямой, не прикасаясь к ручке управления самолета. Эта скорость – граница флаттера многих советских поршневых самолетов, но не спешите радоваться. Немецкий бомбер должен быть пустым. Если у вас имеется хотя бы одна бомба, то это серьезно снижает наши шансы на отступление. А с полной бомбовой нагрузкой так вообще, мы едва сможем достичь 570 км в час. Но все эти значения применимы к малой высоте, до 3 км. К слову, скороподъемность Арада не позволяет быстро забраться на высоту. Так что летать безнаказанно не получится. Из-за того, что в авиационных РБ Арада появляется в воздухе, первый сброс совершить еще можно. Да и противники часто пропускают бомберов, что позволяет забрать одну базу, но вот потом нам нужно вернуться на аэродром. И тут уже начинаются неприятности. Если вам удастся добраться до филда, то после посадки вам предстоит целое испытание. Обычно тяжело сажать самолет, но тут все будет наоборот. Дело в том, что в совместных боях обновились аэродромы, а вот в авиационном режиме остались по-прежнему короткие полосы. Чтобы взлететь, необходимо изрядно постараться. Арада очень медленно разгоняется, вам не хватит всей полосы, чтобы оторвать его от земли. Приходится использовать закрылки во взлетном положении и пытаться не влететь в ближайшее дерево. И это при учете того, что самолет прокачан. Теперь представьте, вот вы захотели первым открыть бомбы, а не улучшить силовую установку. Вы просто убьетесь, пока будете совершать взлет. Отрыв от полосы происходит на скорости в 220 км в час, и это считается самой минимально допустимой скоростью. Но мало взлететь, необходимо еще удержать самолет в воздухе, а при малейшем отклонении ручки самолета Арада начинает терять скорость. Пролетая над верхушками деревьев, вы рискуете закончить свой полет досрочно. Я не понимаю, почему на Арада до сих пор не замоделили ракетные ускорители, ведь исторически их тестировали, и даже есть фотографии с этих тестов. Это намного бы облегчило взлет, тем более подобные ускорители уже имеются в игре. Также у немецкого реактива должен быть тормозной парашют. Раньше такой роскоши War Thunder не предоставлялось, но с приходом новых реактивных самолетов появились интересные механики, в том числе тормозные парашюты. На модельке Арада отчетливо виден трос этого парашюта, он расположен в хвостовой части самолета, так что осталось только дождаться, пока он будет работать. Теперь давайте поговорим, что может сделать этот немецкий бомбер в рамках авиационных РБ. На самом деле, немного. У нас есть только один путь – это бомбить базы. Для этого у нас есть несколько вариантов бомбовой загрузки. 1000-килограммовая бомба, 3 по 250, 3 по 500, тонна и 2 бомбы по 250 кг. Для уничтожения одной базы вам потребуется примерно 1200 кг. Значит, нам нужны подвесы на 1,5 тонны. Их всего 2. Это 3 по 500 и тонна с двумя 250-килограммовыми бомбами. По характеристикам, в АВРБ лучше всего брать второй вариант. Он меньше снижает скорость и лучше подходит для уничтожения крупных объектов. Так как есть вероятность перехвата в воздухе, заходить советую с небольшим пикированием. После сброса бомб сразу меняйте курс обратно на аэродром. Порой за базами никто не следит, и можно безопасно отойти к своим. Хотя подобный геймплей мне лично не нравится. Постоянно летать от базы до аэродрома быстро надоедает, а других способов выиграть у нас нет. Да, можно, конечно, пробовать подсаживать противников на свои бомбы, но это не так эффективно. Все же Арада не хватает вооружения, оно у него должно быть, по крайней мере закрепленное в фюзеляже и направлено строго назад.
Для этого дела в кабину даже был установлен прицел, но в игре у нас полноразмерный прототип, так что им пользоваться нельзя. Да и он бесполезен без пушек. Уж не знаю, по какой причине немецкому бомберу не добавили пушки, но я бы их все равно применял. Когда у тебя есть хоть какой-то шанс сбить самолет, это уже не делает тебя бесполезным. А так, рада это как груша для битья. Увернуться от атаки можно, у самолета неплохая управляемость и даже имеется возможность перекрутить многие реактивы, но только от этого не будет никакого толку, так как сбить вы никого все равно не сможете, а потеряв всю скорость, вы уже не уйдете обратно на аэродром. По итогу, в авиационных РБ данный самолет будет в роли доставщика бомб, на большее рассчитывать не приходится. В совместных боях Арада может подарить вам пару фрагов. Тут лучше всего брать загрузку, состоящую из 3-500 килограммовых бомб. Два сброса в этом режиме обычно обмениваются на 2-3 фрага в зависимости от скопления вражеских танков. После чего вас ждет быстрое возвращение домой и неприятный взлет с аэродрома. Пока вы во второй раз взлетите до танков, скорее всего закончится бой, либо в небе будет уже полно вражеских истребителей, а со скоростью в 400 км в час вы уже ни от кого не уйдете. Можно, конечно, набирать скорость в стороне, но смысл? Все равно это долго и неэффективно, проще уже взять другой самолет или танк. В симуляторных боях аналогичная картина, только тут нет воздушного респауна, и вам предстоит взлетать с самых первых минут боя. Даже если вы осилите взлет, то знайте, Арада расположен в сетапе с другими реактивами, и против нас может быть МиГ-9 или Як-23. А мы, увы, ничего не сможем сделать, разве что только подсадить вражеский реактив на свои бомбы. По итогу, изменения боевого рейтинга практически никак не отразились на эффективности Арада. Да, попадая против поршневых истребителей, у нас есть шанс уйти, но после взлета вам будет сложно добрать ту скорость, которая у вас была при воздушном респауне. За это время, пока вы разгонитесь хотя бы до 550 км в час, ваша команда может проиграть или наоборот выиграть бой. Так что не советую летать на Арада, это специфичный самолет, который требует доработки. Возможно, с ракетными ускорителями и воздушным тормозом он будет хотя бы играбельным. Я уже не говорю про наличие 20-метровых пушек, потому что главная задача — это взлететь, а уже потом выполнять свою боевую задачу. Сейчас Арада выглядит как проверка ваших нервов на прочность. Исторически AR-234 стал первым реактивным бомбардировщиком. Хотя изначально этот самолет задумывался и строился как скоростной разведчик. Именно в этой роли он впервые вступил в бой и добился наибольших успехов. Разработка Арада-234 Blitz началась еще в 1940 году. Проект заполучил обозначение Е-370 и был строго засекречен. Ответственный за техническую политику Люфтваффе генерал Эрнст Удат поддержал новаторский проект фирмы Арада и дал указание срочно приступить к постройке двух прототипов самолета. Однако 17 ноября 1941 года он внезапно покончил жизнь самоубийством, тем самым положив отсрочку данного проекта. 4 февраля 1942 года работы по самолету снова были восстановлены. Фирма получила заказ на постройку 6 прототипов. Изначально по Арада-234 была необычная схема шасси. Самолет взлетал со специальной тележки, которая сбрасывалась после набора определенной высоты. Предусматривалось, что садиться машина будет на выпускаемый тормозной башмак и страховочные лыжи под крыльями. Вечером 30 июля 1943 года впервые был совершен вылет на реактивном Арада-234-V1. Полет продолжался 14 минут и прошел успешно, если не считать того, что при ударе об землю была полностью сломана тележка шасси. Дело в том, что при сбросе не открылись тормозные парашюты. При повторном полете самолет достиг скорости 650 км в час, но в третьем вылете пришлось совершать вынужденную посадку из-за неполадок в системе управления двигателями. На данном самолете полностью отсутствовала броня и вооружение, поэтому у военных скоро возникла мысль превратить невооруженный самолет в скоростной бомбардировщик. В середине 43-го года расчеты показали перспективу реактивных двигателей BNV-003. Это подтолкнуло на мысль оснастить реактивный самолет 4 моторами BNV-003. Впервые эта идея осуществилась на прототипе V6. Более перспективным оказался Арада-234-V8, у которого каждая мотоустановка размещалась не раздельно, а в спаренных мотогондолах, по 2 под каждым крылом. Развитие этого прототипа привело к появлению серии C.
На первых портативных машин отрабатывалась гермокабина, катапультируемое кресло пилота, тормозной парашют и ускорители взлета. Больших успехов добиться удалось в отработке двух последних систем. Впервые в немецкой практике они вошли в состав стандартного оборудования Арада-234. Тормозной парашют, расположенный в хвостовой части фюзеляжа, оказался весьма эффективным и позволял в аварийных ситуациях затормозить самолет. Если требовалось прекратить взлет из-за какой-нибудь неисправности, то экстренный выпуск тормозного парашюта давал возможность сесть точно на взлетную полосу. Очень простым было управление тормозным парашютом. Одной рукояткой пилот раскрывал его, а другой мог отцепить купол, когда надобность в парашюте миновала. Несмотря на то, что взлетная тележка и лыжи работали нормально, было ясно, что немобильность самолета после посадки будет серьезным недостатком при боевой эксплуатации. Поэтому было принято решение оснастить машину обычным колесным шасси. После установки убирающегося шасси, самолет получил обозначение Арада-234П. Первый прототип такой конфигурации взлетел 10 марта 1944 года. Арада-234 был бомбардировщиком, однако мог использоваться и в качестве фоторазведчика. Первое боевое применение было в августе 44-го. Разведчик вплотную приблизился к району боев. Пилот снизился до рабочей высоты в 10 тысяч метров и на скорости в 740 км в час начал съемку. Автоматика работала безукоризненно, и на каждый кадр уходило примерно 11 секунд. Арада совершил 3 прохода над районом высадки союзников, после чего благополучно вернулся на аэродром. В ряде модификаций 234-го также были и ночные истребители, вооруженные 2 30-мм пушками МК-108, радаром и 4 20-мм пушками МГ-151. Среди многочисленных прототипов фирма Arada сумела довести до металла еще 2 варианта. В апреле 1945 года успели построить 14 Arada-234C и по одному Arada-234D1 и 234D2. Модели D имели 2 опытных газотурбинных двигателя HS-011 с тягой у земли по 1300 кг. Но испытать самолеты из серии D не успели. Несмотря на хорошую эффективность Арада, его двигатели были ахиллесовой пятой самолета. Нередки были случаи возгорания в воздухе или на земле. У Арада была высокая аварийность, которая погубила немало летчиков. После войны самолет активно испытывался в Советском Союзе, США и Великобритании. Было понятно, что это только начало великой эпохи реактивной авиации. Вот такая история. Не забываем оценить видео и оформить подписку на канал. Оставляйте ваше мнение в комментариях и заглядывайте почаще в описании. Помимо 3% скидки, там имеется еще обучающее видео и информация о моих девайсах. Ну а я вам желаю легких фрагов и чистого неба над головой.